Ну что, тоже будем этим, да? Нью. Да. Ньютометром. Или как он называется. Кстати, вон это, Саня подсказал, это этот алый герметик, это мордовский. Димас, привет. Да-да, Дима Рачков, привет. Так что, блядь, Саранск рулит, нахуй. Мы тоже таким герметиком пользуемся, как у вас. Ну, это есть такой дирка, он прям, блядь, темный, знаешь, а это... Знаешь, блядь, сколько прям утянули, блядь. Я, блядь, стол поставил. Стопан. Хуй открутится. Ну. Ну а что, уже откапиталин, теперь уже, как говорится, да, до победного должен ходить. Так, шайба твоя не подходит, да? Ну ладно. Не подходит, да? Внутри размер маленький. Ну-ну-ну. Вот так вот. Новодел. Угу. Понятно. Ну тогда старую поставим, да? Проверенную временем, Сань. А ты просто заткнись! Ну, регулировать уже потом, ну, когда, да? Когда не, уже... Нам ничего регулировать, да? Сразу на это сам поставишь, да? Не, ну, смотри, чтобы она курсом не самая шайба. Да, нет, чтобы оно равномерно, знаешь, как прижималось, отжималось. Смотри, вот сейчас вот когда закручиваешь, блядь, одинаковое количество оборотов, делаешь, да, вот. Прям чуть только зацепилось сразу, блядь. Я, допустим, 5-6 оборотов делал каждую гайку, блядь. Угу. И везде смотришь, чтобы она в одинаковом. Да, ты уверен, блядь, что шпильки все одинаковой длиной? Вот это не угадал. Сам, я мерил, блядь. У меня получилось, я больше ничего не делал. Один раз собрал, все, заебись, работать. Как тормозов и сцепления нет, так и нет. Да, да. Не, я просто смотрел, как Валентин, он ложил на бок, и потом это регулировал, все так же равномерно. То есть маленькая крышка снимается и регулируется. Угу. Просто надо смотреть, чтобы более-менее она ровно отжималась. Ну да, чтобы она равномерно, да. Тренды, чпок-чпок делал. Ну, щупом, блядь, потом померить вот здесь. Ну, у тебя как будто бы одного диска не хватает по высоте. Ну, Саня? Не-не-не, все, там уже это самое. Там уже железный. Больше оно уже нет, будет спрыгивать, ну, да, если это самое. Больше не было. Если только Саня себе там не, это, не отвязал, одно не вытащил. Себе говорил. А он говорит, я не считал, да? А это с Украины. Угу. И они тонкие, да? Мало того, что, блядь, сырьяка какого-то, да? Угу. Они, бля, вообще фольга, нахуй. Чудесно. Вообще фольга. Смотри, заусенцы, блядь, они все за это самое. Штамповка. Да. Штамповка. Вот это оригинальная разница. Да, да, да. Старые, блядь, я их просто шлифовал, видишь, вот так. Да, да, да. И тут даже, блядь, в руку факультативно брать, смотри. Да. Крышлажа, блядь. Это с Болгарии прислали мне. Это диск вроде ничего, да, толстый. Заебательский. А это такая же хуйня. Одно и то же правительство, да, скорее всего. А лишь бы покупали. 40 да? Евро в жопу. Ну, вот так. Видишь, там не написано, что, как. Не видно же, сколько миллиметров. Ну, да. Качество металла и прочее, прочее. Завод-изготовитель. Где пишут, надо с нержавейки и лейзером. Они должны быть определенной толщины, сколько там, 1,6, по-моему, или 1,5. Сальник прислал Юра мне с Баварии сюда. Навьё. Я что-то думал, у меня нету. Как бы не было, да? Что бы было, да? Но все равно, Юр, спасибо. Вал Дениса торчит. С минимальной выработкой. Прокладка у нас не зацепила, все нормально. Ну как-то так. Кстати, вот эту крышку тогда Юра тоже нам присылал. Тут вообще ничего не было. Да, тут не было. Саня колхозил, масло лилось рекой. Мы забыли, что-то завели. А, да? Или не завели? Что-то было. Завели. Завели, но потом оно оттуда сюда и здесь. Погнала. Это тоже масло, да, там дырка? Вот это для маслонасоса. Для маслонасоса. Вот что я делал. А, вот это самодельное, да? Ну-ну-ну. Да, ну, это? Ну, 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 ну. Что у меня ее не было вообще. Туда. Понятно.
Она поджимает эту резиночку. Угу. Ты на станке ее, да, сам делал? Да нет, руками. Руками? Ножовкой, что ли? Хуярю. Понятно, все с тобой. Как раньше делали малахитовые шкатулки, блядь? Не знаю. Я на Урале не жил. Руками, книжки читал, блядь. Баженова. «Хозяйка Медной горы». Ну да, там все вручную, да. Какие-то были, конечно, у них надфили, там что-то было такое. Шузоры когда делали. Теперь разобраться, какой бог откуда, блядь, было бы неплохо. Ну да, надо было записывать. Обратите внимание, это новодельная контрагайка, а это вот старая. Это мне Юра прислал, у меня даже многострадальная. Посмотрите, как ее жизнь пожевала, а? И она еще послужит нам, блин. Ну куда деваться? Я как-то и без нее даже вначале ездил, да? Но Юра мне потом с Баварии прислал. Так что на новый мотор ставим. Вот тоже такая же. Вот. Это Саня делал, а это, короче, это, да? А это с России пришла. От фирмы Коничка, по-моему. Вот так вот, ребята. Там пролетели, да, где-то нахуй. Пару. Больше миллиметров. Я думал, у меня есть, нету, блин. Добавили бы. Ну, самое главное, усик здесь есть, вот это все. Так что ничтяк. Что, усик, куда ты его поставишь? Ты тебе никуда не поставишь? Я про старую говорю про тебе. Старую, ну. Что она еще послужит нам. На новом моторе. Мне тоже белый парень, блядь, присылал, блядь. Так, мотор держи. Держу. Потянуть. Этой краской буду красить, короче, цилиндр на HPS. Вот он, кстати, лежит. Вот. Сейчас только покрасить осталось. На новой чистой рубашке. Вот и все. Цилиндр покрашен. Инопланетные технологии. Будем устанавливать четко. Так, вот хотим показать. Тут Юлина тепличка, где растут помидорчики, и ты их поливаешь, да? Угу. И вот такие огуречки растут, представьте себе. Вон даже два маленьких. Да, вот этот еще маленький, вот этот больше, а вот этот уже такой вообще солидный. Вообще хорошо, и там еще. Ой, тот вообще как червячок закрученный, да? Да. Вон он. Как червяк прям висит. Вообще молодец. Надо больше поливать, видишь, желтые листья. Надо, чтобы всегда водичка была. Мы ночью закрываем, чтобы мыши не лезли. Ну правильно, а то съедят все твои эти, да? Угу. Так что такое здесь приусадебный участочек возле песочницы. А тут это покрасил голову рептилоида в серебристый металлик. Таким же будем цветом красить этот цилиндр ИШПС. Кстати, Саня порылся по сусекам. Не будем эту бедную пожеванную ставить шайбу. Он нашел с двумя усиками все-таки у себя более-менее еще это. Я не успел камеру включить, Саня уже поставил. Ну и залепил еще эту, да, Сань? Mm-hmm. Заглушечку красиво. Чтоб не красным герметиком, как я это сделал. Но я по-быстрому хотел. Вот. Так что на этой шайбе два усика, ну это, я говорю, все лирика. Обстановка, ну нормально, ну говорят, что сейчас вторая волна идет. Надо быть аккуратным, конечно. Нам, не, по идее, не надо так близко тут тусоваться. Вон Саня, тут у нас планетчик снимает на камеру. Приехал на планете 2. Ну, вроде похоже, в десна покажу. Не целуемся, поэтому. Ну да, и на брудершафт не пьем. Солидола нету. Да это и есть красный солидол. Вот такая вот. Да, Саня привез мне эту паранитовую эту прокладочку. Так что не надо теперь заморачиваться. Прокладочку, говорю. Прокладку Саня сделает, а планетчик мне Саня. Тонкая. Да. То есть есть такая вот сосновая, ну, есть у меня с алюминиевой основой. Я для себя вырезал. Это заебись. Потолще она, блядь. Под выхлопные трубы. У нас же флянши стоят. Да, да, да. У меня тоже такое есть. Вот. И есть тонкая такая, вот это миллиметра полтора, наверное, такая бумажка, тоже термостойкая. Не, полтора нет. Она побольше. Миллиметр, блядь. Нет.
Нету миллиметра. Того нет. Не будет. 0,5. Ну, где-то хорошо. Я так думаю. 0,6, да. Ну, видишь, бумага, она больше прессуется, когда зажимаешь. Вон, Саня сделал готовую. Вы сюда балакать пришли, да? Ну, а нам тоже надо это с кем-то хоть... Вообще, да? Лучше, чем с магазина, с китайского. И тишина такая, да? Все прям замерли. Видишь, цилиндр как, это сама разница. Чего? С окнами, да? Ну и опять же, это же не прям уж в миллиметрах там, знаешь, все равно. Это, блядь. Твои 28 поясов не отразится. 32, во-первых. Ой, извиняюсь, блядь, 32. Это 28 у вас. 28. Под горку разве что, блядь, с ветром в спину где-нибудь. Все, угу. Все, сейчас Саня правильно ставит. Да-да, параллельно стрим вон. Стримим 9 человек в эфире. И нас трое. Ждем Димона. Два сочувствующих, а даже не два, 11 сочувствующих и один работяга, короче. И все... Ну как это, да? Как обычно. Как обычно. Как должно быть. Улетело, Сань? Не, Роман, ты мне лучше напиши в WhatsApp, я тогда увижу, что это твой новый номер, потому что куда я его сейчас запишу? Ты мне в WhatsApp напиши и все. А то я думаю, что-то ты последнее время молчишь. Пора, или ты вообще все потерял? Что по хуй летит, блядь. Хорошо. Привет всем. Хорошо, как и обещали, мы собрали. Дима приехал, постарался. Вот что мы ждали. Вот, ребят, посмотрите, что мы ждали. Вот эту вещь пару раз пройтись, сделать пару насечек в гильзе цилиндра. У меня, блядь, с маленькими, сука, этими баками. Такие баки ему, блядь, куда. Ну сразу там ботну зафигарично. Ну, ботну, так помолчи. По полям, да. Вот так вот. Вот смотрите, ребята, как это легкий хон, как говорится, делается, творится. Ну, 13 человек уже, прикинь. Димон, ты прям как притягиваешь зрителей. Ну. А, сейчас. Ну, как мне сейчас очистить надо, блядь. Забей, да, зачищаю сразу? Ну, подожди, не жопкай. Ну, да, если не вылетел одно баком. Да, не, ну так вот не вылетит. Роман, что-то напиши еще раз, я не вижу, что... Ну, посмотри. Дай. Санька молодец, наш мотодоктор. Специалисты, 4 человека. Все. В чате. Давай глянем. Ну, видишь, сетка? Зацени, да. Да. Есть сеточка, да? Огонь. Все. Теперь масло будет... И за одной минуты ждали весь день. Ну да. Ну, я же еще чуть-чуть перцану, да. Нужен, чтобы выдавать тут же песни наружу. Мужики на заводах льют на пол-литры бута. Утопает в отчетах. 13 смотрит, и один работает. Мне становится тут же понятно. Ну, это, да, это по-нашему, это по-русски.
только сочувствующий. Кстати, сохнет очень быстро. Мы следим, чтобы правильно сделал просто. Ну да. Без, чтобы без косяков. Да-да, и пишите в комментарии, если он не в ту сторону, допустим, машет. Не слева направо, справа налево. Да-да-да. Забор туда. Смотрите как, да? Вот. Взяли эту пленочку, да? Клееночку. Пропустили между этой. Красота. Ну да, еще бы. Всегда с нами. С самого начала. Может тут замазать немножко это с колы? Я не тыкаю, я показываю. Я говорю, можешь замазать этим, знаешь, как вот Таня, машина это. Мы можем шпаклянуть. Шпаклянуть и каждое ребрышко. Да, да. Уже идет процесс. А, идет процесс. На моей рабочей рубашке. Последнюю рубашку с себя снял. А, это на твоей рубашке? Да, на моей рабочей. Все отдаю. Майки снял. Лишь бы этот мотоцикл поехал. Привет. Хорошо, передай Дима привет Диме Рачкову, нашему постоянному зрителю. А, вот, да, извиняюсь. Вот, Юра, смотри, зашла без нагревов, без ничего. Написано ИЖ-49, твоя резинка. Так что тебе огромное спасибо. Две тогда так неудачно лопнули. Я уже думал, что вообще не найдем. А тут она села вообще. Просто это. Смазали без нагревов, без постукиваний. Попробовали мы, кстати, эту герметику сегодня. Так что четко все. Ой, Саня. Чего у него дым не подходит, он по шпилькам нахуй. Да ладно, блядь. Да еб ты, шили нахуй. Кто, блядь, шили? Цилиндр, блядь. Не. Да, а быть такого не может. Серьезно, не шили. Да не, блядь. Блядь, я тебе говорю. Саня, ты не пугай тут народ, а? Бери штангель-сайкл и бери. Да, и проложи. И, блядь, ты что не... Интригу он тут гнет, Саня. Решил тут всех напугать. Типа стеклышко нашел. Саня начал интригу тут, короче, жечь. Чтобы мы тут все... Как так? 300 евро выкинули, столько времени потратили, с России прислали, а шпильки не совпадают, да? Блядь, вот ты мог бы подыграть, блядь. Не, ну у меня такие шуточки, блядь, знаешь, очко, у меня, блядь. Я уже ни хера себе думаю. Эй, блядь. Алло. Все, ушло, все. Надо упаду, блядь. Вон, даже Диму Кондрати чуть не хватило, да? А меня? Привет, привет, Славик. А можно токарный поближе посмотреть? Да, сейчас покажу тебе. Мы его вообще как делали уже этот обзор. Какие у него мощности? Как тут проктологом не станешь, сука? Ладно, мне сейчас вот это интересно, самое главное это. Свабдя. Подожди, женитьба. Курского цилиндра. Там стоит что-то там. С японским мотором. Ты держи цилиндр, Димка, у меня это руки массовые. Ты держи цилиндр. О, а я буду это направлять. Угу. Сюда пойдем, так. Так, ну-ка, сделали тут это. Люфт. Кислорода побольше. Так. Профессионалы за дело взялись. Ёбаный бутерброд. О, это у меня одно вошло. И тут же вошло. Еще две руки не надо, Саня. Не, полагаю, я был молоточек там. Может сразу кияночку? Потяжелее. У меня Кент на инвалидке так забивал эта киянка, этот цилиндр, да? И ничего, и она потом бегала. Тоже не мог засунуть, он кияночкой тюк-тюк по ней, все. Ну подожди, вечер еще только начинается. Ну, да. Может быть, твой сейчас будем еще забивать. Это факт. Короче, ребят, исторический момент. Женитьба, короче, это бальзаминова курского цилиндра от советского Спартана, японский мотор япончика 76 года. Саня, сними перчатки эти нахрен, блядь. Я их думал, цилиндр буду держать, блядь, что мне это самое. Да ладно, ничего страшного, пойди там так. Чтобы маслом его не зачморить, блядь. Поршень кованый, поставишь 100 тысяч, вообще гаструет. Ну, немцы обещают 40 тысяч без капремонта, без Росточкина. Держи, не шевели. Там посмотрим, конечно. Это знаешь, как у цыгане коня покупать, блядь. Они тебе расскажут. Ну,
Но на спорте здесь в Германии 40 тысяч накатать, это тоже сколько лет надо, да? Конечно. Есть. Опа. Пошел. Блядь, а в этот не лезет, сука. Не садится опять. Все. И батарейки. Ребята, исторический момент. Этот цилиндр ждал больше 30 лет своего часа. И вот сейчас он установился на мотор ИШПС. Немецкий поршень кованый, сердце немецкое. Чмав-чмав делает? Чпокает. Радости, прикинь. Ребята, это исторический момент. Здесь человек, кто смотрит, да? Надо сделать, да, замок. Вообще. Саня, у тебя две шпильки вот здесь не прошли. А я их туда протолкал. Не вылезли. С той стороны подобьем. Нет, вроде замка не видно здесь. Значит, там ушел. У кого слеза побежала, вот напишите честно, а? Этот цилиндр ждал больше 30 лет в Курской области своего звездного часа. И сейчас вы это наблюдаете. Через столько терник к звездам он шел. К своему успеху. Блять, сказочник. Собрался, Саш? Да. Давай. Давайте. Удачи. Всем пока. Давай. Да. Санька, Санька, что скажешь насчет цвета совпадает, по-моему, да? Пойдет. Ну прикинь же, наверное. Ну я прикидывал, но просто я хочу, чтобы со стороны нормально было. Прикинь, хрен к носу. Ты неправильно. Да, вот. Не подходит, блядь. На ту сторону, да? Угу. Декомпрессор с той стороны. А так цвет все совпадает. Да? Да, в принципе, что. Цвет тот же. Угу. Отлично. Что-то нужно палец засунуть, блядь. Туда еще прокладка, но что-то он, да, как будто прокладка не садится. Прокладка стоит, блядь. Прокладка стоит, да? Или вот этот вот повыше гильзы. Может быть, тебе здесь прокладку кидывать надо, может, да? Приподнять спасибо. Цилиндр и притереть ее. Да, прокладка толстая, базара нет. Ну, ну, блядь, бы на силикон посиди и все. Мы же на силикон и сажали ее, но вместе с прокладкой, правда, тогда. Нет, помнишь? Дело в том, что у нас прокладка даже не садится, блядь, цилиндр на место, блядь. Ну, почему-то, да? Во, сейчас села, да? Только... Надеюсь, он не будет бить в голову. Ну, слушай. А так ебанет тоже, блядь, голову снесет, блядь. Ну, в принципе, сейчас там можно и проверить с помощью кикстартера, нет, Саня? Да нет. Ну, вот она все подходит наверху, все. Угу. Она даже не выглядывает. Там же есть немножко еще. А на том цилиндре у него вылазил. Так там люфт, ёпта. Нет, да. Так на том цилиндре он у него вылазил поршень за кромку, поэтому эта хуйня и стояла. А здесь у него вылазит, здесь надо выкидывать и все. Герметик сажать. Вот он. Нахуй герметик, мы ее приподнимем, притрем, у тебя никакой герметик ничего не надо. Меня в моей Питере, блядь, даже не пропускает ничего. Притертая. Потому что шпильки сейчас вывернуты. Раз нужно это сделать. Внутри тряпками застелить все. Вот герметик ничего, берусь, сухо смотри. Да, он, да. И самого, что радует, конечно, это вот теперь резиночка, не ободранный, поржавевший этот. Блин, что я там показываю, господи. Ну и болт останется еще поменять. Этот. Еще торчит как он. Не будет четко. Ну, она вот такая, да, толстая. Не, ну, дело в том, что у тебя поршень раньше вылазил за гильзу. Ну да. А сейчас нет. Хотя так по виду. Одно и то же получается. Ну. Ну что, ребят, в принципе, все. Мы на сегодня уже как бы завершили. Что мы хотели, мы добились. Сами видите, мы мотор собрали. Осталось по мелочам. И потом найти время, ставить. Но без тебя мы все равно не обойдемся в том плане, что зажигание опять выставлять, да? Ты же привезешь опять этот, Сань, свой. Помнишь? Ну, это часы. Ну. Так что вот так вот. Ладно, ребята, с вами был наш гараж и канал Димон С. Всем спасибо, всем пока. Привет. Пишите комментарии. Ставьте лайки, присылайте деньги. Итак, долгожданные минуты. Спустя 9 месяцев. Ожидания.
уже что-то интересное. Итак, мы слышали первый звук. А ты просто запись.